Это будет такое танго. Причем... Господи. Нет, танго... Ну вот, мне спрашивают, а что у вас? У нас танго. Ну мне что-то дальше все время хочется как-то еще объяснить, что... Нет, не надо. Да. Пусть... Вот, а не угу. надо. Не надо. Что с тобой? Это нога потянутая боль. А не прошло, что ли? Нет. И вниз? Интересно. Мне надо плечи давить. Куда ты полезла? Спокойно расслабься. Или сейчас укакаемся. Делай давай. Шаг-шаг. Я вот считаю, что этот метод кнута и пряника, он применяется. Но это надо просто держать себя в руках и вовремя похвалить, и, наверное, и поругать. Да. И то, и другое помогает. Просто надо какие-то грани держаться. Просто надо чувствовать, когда что уместно. Максим вот начинает это чувствовать и пользоваться этим. И немножко приземляешься. Ну, какая нога развернута. Гребенщикова, ты молодец. Учишься как? Анжелка. Ну, вообще, я хочу сказать, что я очень рад, что Илья вспомнил про Анжелу и пригласил на этот проект. Я просто без памяти в Анжелу. Славка вкалывает и очень стараются ребята. И мне их номера реально нравятся. Ну, поборемся, ну, что... Раз уж бороться, значит, бороться. Ну, Максим, если обещал бороться, значит, будет. А Максим и Алиса будут танцевать под музыку Астора Пьяццоллы «Зимний Портенье», а исполняет Роман Мирошниченко. Красивая пара. Как они коньком уже владеют оба замечательно. И вот такая невезуха. Причем Максим же сегодня чудеса вытворял. Таких поддержек, как он сегодня делал с Алисой, ему раньше не удавались. Потому что Алиса немножко побаивалась, а сейчас уверенность пришла. И он же оказался инициатором этого падения. Видите, он сам упал и сбил с коньков Алису. А вот это что-то невероятное. Он еще показывает, что он поддерживает партнершу всего одной рукой.
И вот это падение, наверное, не позволит паре победить в дуэли. Такая жалость. Да нет, как вы ноги сцепились там. Аккуратнее надо было. Так хорошо, и такой номер классный. Все же нормально. Ты знаешь, как вот это вот неожиданно, знаешь, вот где не ожидаешь. Все нормально. Алиса Гребенщикова и Максим Ставицкий. Оценки за технику. 6-0, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,94. Вторая все 6-0, Лена. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 6-0. Средний балл 5,98. Выиграли они у нас. Общий балл 11,92. Выиграли на 2 сотых. И в этой дуэли побеждает пара Алиса Гребенщикова и Максим Ставицкий. Дмитрий, вот эти оценки, которые вы поставили, пожалуй, одни из самых высоких за сегодняшнюю передачу. Я объясню. Дело в том, что до сих пор экран Татьяны Анатольевны был прикрыт бумагами. Ах, вот в чем секрет. И именно поэтому, наконец-таки, мы совпали с Татьяной Анатольевной в наших оценках. Я объяснил, почему. Для меня сейчас маленький праздник. Кажется, я он уже хочет, начинаю он понимать. Он что-то хочет от меня. Он хочет какого-то скандала, наверное, или чего-нибудь. Но я-то... Я вас первый раз вижу. Именно поэтому я ничего и не требую. Я хочу сказать, что мне... Но вы нарываетесь, у вас не получится. Я люблю экспромты. Знаете, мне это катание, вот именно это катание Максима и Алисы показалось очень романтичным. И даже вот это случайное падение мне показалось специальным. Как бы так и должно было быть, а не это так романтично. Это вам показалось? Возможно, возможно. Но все-таки, отстаивая свои оценки, считаю, что это было замечательно, я получил удовольствие. Ир, я просто хочу сказать... что на самом деле номер необыкновенно глубокий, потому что история человека, который прикован к коляске и делает первые шаги, она очень трогательная. Поэтому огромное спасибо Саше Жулину за эту тему, которая, в принципе, отсутствует у нас везде. И пусть это не был зажигательный танец, но вот честное слово, и в России вообще не принято говорить об этих людях. А мы знаем, что такие истории были и среди великих спортсменов. Поэтому это просто глубокая и необыкновенно человечная история. Я поставила 2 шестерки, и для меня тоже падение ничего не значило. Просто не хотелось оценивать технику, а хотелось оценить движение души. Так что спасибо большое. Татьяна Анатольевна. Нет, прекрасный танец, прекрасная музыка Пьяццоллы. Я обожаю Сашины размышления на эту музыку. Он очень много в своей жизни поставил номеров на эту музыку. У него всегда они были потрясающие. Он и сам катал под Пьяццоллу с Май. И залы 20-тысячники вставали. Я Алисе ставлю просто 6-0. Да. За все. Даже за то, как она быстро поднялась и сразу пошла на другую поддержку, не боясь и не задумываясь. Потому что эта вторая поддержка могла бы тоже соскочить. Потому что Максим делал ее без подготовки. Я 2 раза не повторяю. Они все-таки непрофессиональные люди, чтобы работать вообще безо всякой подготовки. Но потом, когда шла диагональная поддержка, она просто к нему сиганула. Вот тут, понимаете, просто прыгнула, как вот тогда, когда я с ней познакомилась много лет назад. Опять такой прыжок. Очень много делает сама на поддержках. Очень много положений, очень сложных положений. Ну просто и кататься стало по-другому. И спасибо тебе, Саша, за то, что ты всегда ставишь незабываемые танго. А тебе, Максим, не надо ее валять. Алиса, я тебе должна сказать, какой у тебя сегодня замечательный день. Как ты была хороша на льду, как тебе сегодня все шло. И музыка, и те движения, которые были тобой выполнены, невероятные поддержки, прическа, платье, просто... Боже мой, как же обидно, когда такие новички, как Максим Ставицкий, обламывают в такой прекрасный день
12-0, а, Максим? Ну, что ты скажешь на это? Ну, все шишки на меня, понятно. Я не сопротивляюсь. Обещаю, что валять больше не буду. Не валяй. Нет, не заслуживает того, чтобы и валяли. Молодцы. Идите. С Богом. С победой вас.